Всем доброго утречка. Сейчас начинается 25-й день нашего эксперимента, моего эксперимента, в котором я пытаюсь питаться на 3500, это величина продуктовой корзины прожиточного минимума, питаться так, чтобы это было разнообразно и полноценно. Я всю ночь думал, мне кажется, я не спал из-за этого апельсина. Я утром проснулся, конечно же, я решил его на завтрак съесть. Я не забыл о нем. Еще у меня две печеньки с маслом, ну, с почти маслом, скорее всего, это маргарин. Но на упаковке, если написано масло, я наливаю его маслом. И также основное у меня на завтрак — это геркулесовая кашка без ничего, на воде. И с добавлением одной почти шоколадной конфеты. Одной почти шоколадной конфеты хватило для того, чтобы развеселить этот скучный геркулесовый завтрак. То есть чуть-чуть сладкий получился и вот такого необычного под цвет моей майки цвета. Однажды мы с другом поехали на Дон, жили там 11 дней. И я помню, что больше всего хотелось чего-то сладкого. И мы рыбу ловили, поэтому мяса у нас достаточно много было. Ну, запас продуктов еще был небольшой, то, что в песок закопали, там, в холодный, чтобы не протухло. Так вот, больше всего хотелось фруктов и чего-то сладкого. Вот сейчас сладкого у меня предостаточно, а фруктов в ограниченном количестве. Фруктов очень хочется. Я этот апельсин сейчас смаковал, как не знаю что. Отлично. Теперь можно и кашку поесть. Еще попил чай зеленый без сахара. С печеньками. И еще я утром, когда рано проснулся, прям сразу съел один маффин, попил с водичкой. Здесь на подоконнике я поставил фасоль замачиваться. Буду готовить, когда я вернусь. Заранее замачивается фасоль. Съел с утра еще один маффин, прямо рано утром, когда проснулся, сразу с просонью съел. Смотрите, какой шикарный перчик стал. Итак. Я традиционно уже на своем месте. Время видеоотчета, сейчас обед. Это рассольник. Здесь я сделал шаурму по вчерашнему рецепту. Домашняя же шаурма. Точно такой же рецепт, как и вчера. Это курочка со сметанным соусом и капуста. Это все вкусненько. Отправил в микроволновку, разогрел по максимуму. И добавил на этот раз побольше подлива. Вот то, что было в курочке, сюда налил. Это все сочненько. Краешки смазал майонезом. Так. Зеленый чай, конечно же, я пью, у меня больше ничего остального нет. Цикория на одну чашку осталось, но я берегу. И вот такое количество халвы. Все, это весь мой обед. Я ем, в принципе, немало, это вот нормально. Сейчас ехал домой, зашел в магазин, хотел посмотреть какие-нибудь дешевые фрукты, но пока ничего не встретил. Я думал, по распродаже еще в пятерочке бывает два по цене одного. Ну что там, кисломолочное, может быть, думал купить, нет, ничего такого нет, вообще ничего нет. Вообще ничего нет, по скидкам, в общем, нет. Решил ничего пока не покупать, решил доедать то, что есть. Деньги мне еще потребуются на картоху. Картоху-то я вот эту доем за сегодня-завтра, а мне еще практически целую неделю. Сегодня нужно, кстати, заделать побольше заготовок, поэтому вечером будем готовить. Так, заготовки мне нужны будут, потому что завтра я на целый день выхожу на работу, мы грузимся, а уже послезавтра едем. Едем мы в Элисту, это 300 километров от нас. Соседний город Элиста это республика Калмыкия. Так вот, там я не знаю, в каких мы условиях будем жить, не знаю, будет ли там вообще возможность что-то готовить, кроме чая. Поэтому нужно, там будем примерно 3 дня, поэтому нужно сделать какие-то заготовки, ну максимум. Ну я просто надеюсь, что там есть какая-то, будет какая-нибудь плитка, ну в общем, что-то хотя бы разогреть можно будет. Потому... Денег у меня на фастфуд, на питание в кафешках у меня нет, поэтому все нужно будет взять с собой. Возьму всю оставшуюся вот эту картоху, вот этот лучок, морковку, вон те крупы возьму. Шаурма, кстати, хорошо. Тут капуста. Мне просто надоело делать уже эти витаминные салатики одинаковые, поэтому капуста здесь это очень хорошо, овощи надо есть. Похрустеть надо. В принципе, из этого надо что-то приготовить. И... продуктов у меня немного, так что это все поместится в одну сумку. Едем мы на моей машине, так что место будет. Первое, второе я съел, осталось только чай. Хурм. Про печенье рядом с картошкой я уже понял. И картошку накрыть это обязательно, сейчас все сделаю. Так, из тушенки и... рыбных консервов я точно ничего не буду готовить в этой диете, потому что считаю, что всякие консервы это просто невыгодно. Проще купить кусок мяса или уже рыбы, я уже показывал. Это будет дешевле и вкуснее.
Насчет теста многие советуют. Я все-таки решил, что сделаю обычный лаваш. Сейчас его раскатаю в духовку. Ну, это вечером сделаю. То, что лаваш-то у меня закончился, а хлеб я не знаю, когда буду покупать. Шаверма с курицей получается вкусненько с квашеной капустой. А я уже завернул с обычной капустой. Ну ладно, в следующий раз тогда. Ландыш серебристый пишет. Нельзя же говорить фразы типа «я объелся». Ну вы что, сократят 100%. Чтоб народ не обжирался. Надо придумать секретное слово и его говорить. Макарошки. Пусть будет макарошки секретное слово. Из остатков теста я сделал круглые шарики, типа клёцок. Называют точно, добавил суп, макарошки. Вот, можно клёцки сделать. Но сейчас подумаю, всё-таки я лаваш хочу. В любом случае дойдете до конца даже с минималкой продуктов или остановитесь, когда совсем будет мало. Да, конечно же, я до конца дойду. Я могу на одной картошке сидеть. Да я могу просто целый день, например, день картошки устроить, или же день макарошек устроить, или день гороха устроить. Да, что же, по-вашему, должно происходить? Не должен же я падать в обморок, у меня вон целая куча продуктов еще. Все нормально, живем. Народ так живет, 80% населения России так живет, ничего не происходит же. Что, по-вашему, должно происходить тогда? Просто мне сейчас написали в комментарии, ничего не происходит. Все, что должно происходить, то и происходит. Еда готовится, отправляется. Увидимся за ужином. Это мой ужин. Здесь в лепешке завернута фасоль в перемешку с курочкой, которую я готовил 2 или 3 дня назад, в сметанном соусе. Так, лепешка у меня взялась откуда? Это тот кусок теста, который остался от приготовления пельменей. Я его просто раскатал, как лаваш, в духовку, через 5 минут достал. Вот такая вот замечательная вещь получилась. Суховат, конечно, и пресноват получился этот лаваш, поэтому я начинку всю эту разогрел в микроволновке. А, лучка еще свежего добавил, зелени. Потом всю эту начинку горячую я завернул в лепешку, вот этот лаваш, и он пропитался всей этой начинкой, и вот такая вот замечательная вещь получилась. На ужин я еще наведу цикория, и как обычно у меня еще есть хурма. Она еще не растаяла, поэтому можно в микроволновке сейчас ее подогреть чуть. Фасоль я, кстати, отварил очень много, поэтому вот она у меня фасоль. Завтра буду делать по вашему рецепту фасолевый паштет. Так, я думаю, что это очень вкусненько будет, потому что я люблю фасоль. Вот они, мои самые верные друзья. Блюдят, чтобы я не потратил больше копеечек. Апатии пока нет. Как обычно, снижения веса вроде бы нет. Завтра взвешусь. И самочувствие, да, нормально. Так, ну что ж, я думал, завтра я зайду в магазинчик, прикуплюсь хлеба и там чуть-чуть чего-нибудь еще, может, фруктов каких-нибудь, пару яблок. Но все-таки, так как у меня мука остается, я лучше напеку вот таких вот лавашей, потрачу немного времени, но зато сэкономлю на хлебе. Хлеб дорогущий. Постараюсь завтра найти каких-нибудь яблок на рынке, потому что вот в сетевых ничего не было, куда я заходил. Очень-очень печально это все. Искать, где подешевле. Надеюсь, у меня завтра будет времени сделать луковых котлеток. Давно уже. Хочется попробовать, ни разу не делал. Ладненько, на сегодня мой видеоотчет заканчивается. Увидимся завтра. Вам хорошего настроения. Пока!